Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Honor X8 5G. И сейчас мы разберемся, как проверить номер IMEI и серийный номер нашего телефона. Для этого мы переходим в приложение «Телефон». И здесь в клавиатуре вводим звездочка решетка 06 решетка. Таким образом у нас всплывающее окно внизу появляется, где появляются номера IMEI и серийный номер нашего устройства. Нажимаем ОК, чтобы закрыть это всплывающее окно. Спасибо за просмотр, подписываемся на наш канал и ставим лайки. До скорых встреч!